Всем огромный привет! Сегодня я покажу 10 must-have на моей кухне. Так, эти вещи реально очень сильно помогают мне в хозяйстве. И давайте быстрее же я расскажу о них. Так, и первая вещица — это зажигалка. Вот такая вот она. Я ее покупала в фикс-прайсе. Она очень удобная и крутая. И когда вы будете зажигать плиту, вы никогда не обожжетесь. И второй must-have — это вот такой пластмассовый стаканчик. Я очень жалею, что раньше его не купил, я сейчас им постоянно пользуюсь, потому что здесь много делений, есть мука, рис, соль, сахар и миллилитры. Очень удобно для приготовления всяких различных рецептов, очень полезная штука. И далее вот такие меламиновые губки из Китая. У меня есть на канале отдельное видео, где я их заказывала, где я их тестировала, так что обязательно посмотрите, они просто волшебные. Ими можно помыть что угодно, без моющего средства. Особенно хорошо они для того, у кого какие-то аллергические реакции. И следующий, четвертый и пятый must-have – это рукав для запекания и жаропрочная бумага. Вот такая вот. С помощью этих штучек вам не придется долго оттирать плиту и мыть духовку. Далее вот такие вот тряпочки из микрофибры. Они очень мягкие, они не оставляют разводов. И ими очень приятно пользоваться. Суперская вещь. Далее бумажные полотенца. Без них вообще никуда. Это must-have вообще номер один. И они на такой вот красивенькой подставке. И далее это различные пластиковые контейнеры. Их должно быть всегда много. У меня их достаточно, потому что я никогда не храню еду в сковородке и ставлю в холодильник только в таких контейнерах. К тому же очень удобно брать на работу. Они все с крышками. Очень удобно хранить в холодильнике, чтобы ничего не пахло и так далее. Следующий must-have – это пакеты на застежки для замораживания и хранения продуктов. Вот такие вот они, очень удобные. В таких пакетиках я храню укроп, всякие ягоды замораживаю, тертую моркошку. Очень удобно хранить в морозилке. Далее такая разделочная доска, которую можно гнуть. Очень удобно что-нибудь нарезать и потом в кастрюльку вот так согнуть и высыпать. Далее это обычные канцелярские резинки, которым можно завязать вот так пакетик с чем-нибудь, там с крупами или еще с чем-то. И также пакетики с крупой я обычно закалываю обычной прищепкой. И очень удобно, герметично, ничего не вываливается и хорошо держится. Техники, я думаю, у многих являются must-have'ами на кухне. Это мультиварка, микроволновка, блендер, мясорубка и миксер. Надеюсь, видео для вас было интересным и полезным. Если да, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал Анастасия Флешка. И всем пока-пока!